Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хочу с вами поговорить о такой болезни, как псориаз. От вас поступил запрос, как облегчить состояние при псориазе. Псориаз – это следствие того, что в организме нарушена работа как эндокринной, так и иммунной системы. Очень хорошее средство для профилактики и борьбы с псориазом – лавровый лист, обычный лавровый лист. Лавровый лист обладает очень прекрасным очищающим действием на организм. Он очищает кровь, очищает лимфу крови, очищает кишечник от различных болезнетворных бактерий. Применяется следующим образом. Его можно применять как внутрь, так можно и применять и снаружи. Для применения внутрь берут 5 грамм лаврового листа, 300 грамм кипятка, кипятите 5 минут, остужаете его, настаиваете. И затем выпиваете в течение дня мелкими глотками, обязательно мелкими глотками, потому что лавровый лист имеет достаточно при применении много противопоказаний. Одно из них – это гастрит и язва. То есть, если у кого-то есть вот такие вот болезни, то внутрь лавровый лист применять нельзя. Также лавровый лист, этот же состав, применяется и для наружного применения. То есть, намачивается ткань и прикладывается к пораженному месту, можно на всю ночь. Наш Урал обладает огромными природными ресурсами. Это уникальный край. У нас много солевых озер. И в нашей области есть такие озера, которые также помогают от такой болезни, как псориаз. В них можно как купаться, а также и применять грязи. Это озеро Сладкое в Октябрьском районе и озеро Сафакулевское в Курганской области, Сафакулевский район. Также хорошо помогает при псориазе облепиховое масло. Облепиховое масло применяется как внутрь, так и снаружи. Облепиховое масло пьется по 5 мл, по 5 мл, мл принимается внутрь. Так как облепиховое масло обладает мощнейшим антибактерицидным и обеззараживающим эффектом и одновременно ранозаживляющим действием, то при наружном применении оно обновляет кожу и приводит ее в порядок. Также, применяя внутрь, вы восполняете огромную нехватку в организме микроэлементов, потому что облепиховое масло обладает уникальнейшим составом, очень полезным для человека. Поэтому применяйте облепиховое масло. На этом я хочу закончить и хочу сказать вам хорошего настроения, прекрасного состояния. Не болейте различными тяжелыми заболеваниями. Будьте здоровы и будьте счастливы. До свидания. Центр нетрадиционной медицины «Университет здоровья» – это комплексный подход в оздоровлении. Иглоукалывание, мануальный терапевт, массаж, восточные практики, фитотерапия. Консультации проводит специалист народной медицины Борис Михайлович Константинов. Телефон 8 900 022 65 16.